Что-то, блядь. Слав, привет. Короче, тут такое дело. Я не знаю, как тебе сказать. Я вот об этом уже думаю, не знаю, где-то дня три, наверное. Короче, я хотела сказать то, что ты мне очень нравишься. И... Ответь что-нибудь на это, пожалуйста. Потому что... Я, кстати, ответил, она потом удалила сообщение. Я все-таки решила тебе об этом сказать. Да я еб... Ну все, ждем ответочку, как бы, да. Не, ну я все сказал, ребят, ну типа, блядь. То у меня только киберспорт в голове, то есть мне вообще женщина неинтересна сейчас. В данном этапе жизни. То есть у меня сейчас, ну, у меня права, у меня комментирование, сами понимаете. У меня еще жирный пи***, блядь, просто, ну, со столбняком, то есть реально с венерической веной, блядь, ну просто.